Всем привет! У меня сегодня были раскопки. Я накопала растюк, который я высаживала весной. Ну, скажем так, очень лень, но погода торопит. У нас вчера, по-моему, был очень большой дождь. Прошел, но я еще погуляла под дождем, промокла до нитки, но... Надо копать растюхи, потому что с завтрашнего дня у нас похолодание. И покажу, что я накопала и какие у меня впечатления о высадке в открытый грунт. Вот покажу сначала вот такую агавку, которая пострадала. Мы там возле... Посажена она у нас была возле порога, и мы там... Кое-что делали, и, видимо, кто-то наступил. Не совсем растоптали, но листики несколько хрустнули. В общем, бедолажка, но выжила. Центральный лист дала, я все переживала, думала, она и центральный лист не выдаст. Ничего, выжила. Вообще живучее растение. Так, это у меня... Хоть липчики и мелкивые. Я их тут в кучку сложила пока. Вот сейчас возьму. Вот такой вот красавчик вырос. Садила совсем маленькие зелененькие череночки. Вот сбоку уже даже боковые почки проснулись. Где-то тут покажу корешочки. Ну, в общем, ну вот красулы – это именно растение, конечно, для открытого грунта, я считаю. Очень хорошо наращивают массу. Но то, что вот это вот копание, ну что ж поделаешь, эксперименты. Так, гастерия. Вот я в интернете видела, она прям красная такая была. У меня что-то она такая не получается. Ну, хотя она росла не на... В прямом солнце целый день. Ну, корневая шикарная нарастила. Вот даже подгорела была весной. Так, здесь у меня алойки. Алойки, конечно, звезды все как на подбор. Куда их теперь пихать, я не знаю. Рожки какие корневая. Все бирочки, которые я пихала возле алоек, выгорели просто на солнце. То я мало того, что некоторые не подписывала, теперь я полностью ни один название не знаю. Вот деть. Я их на улице сейчас выложила, помыла. Здесь вот, кстати, тоже детки. Красотки яркие, конечно, очень красиво. И это не на прямом солнце они были. Вон там пару деток, корешки. Теперь же надо найти место, куда их запихнуть, теперь посадить дома. А места уже нет. Тоже. Красавица получилась. Подзагорела, зубчики такие. Вот весной брала пахифитум. Ну просто вот монстр. Это монстр. В горшке такой не получается у меня. Вот моя прелесть, очень нравится вот эта алойка. Названия нет, смотрите, какие зубья. Хороша. Ох, хороша. Вот это, по-моему, один гибрид санрайза.
то, что я более-менее запомнила, вроде. 100% я не уверена. Тоже детки, тоже корешки. Вот когда жара спала, когда жара спала, уже начали очень активно расти. Вот дети. Это дети с этой алойки Санрайза, с гибридом. В общем, вот такие вот красотулечки получились, конечно. Ну, этот, ну, прям очень мне нравится. Красотка. В общем, такие результаты посадки в открытый грунт. В следующем году, ну, я не уверена, что я буду высаживать алоэ, потому что, ну, разрастаются не очень хорошо, разлаживаются. А место, как бы, потом, куда их запихивать, вот это вот проблема. Так что посмотрим. Денежные деревья, конечно, я там еще выкопаю кораллы у меня в открытом грунте. Когда делала обрезку своего большого дерева, я просто потыкала там черенки, обрези этого дерева, и все принялись, ну, просто отлично. Вот такие штучки.